Раки, как и любые подводные обитатели, также подстраиваются под меняющиеся условия на воде. У раков тоже присутствуют сезоны миграции, по непроверенной информации, до 7 км в сутки. Есть зимний анабиоз и даже брачные скопления, так называемые рачьи свадьбы. Кстати, очень редкая и необычная картина. На одном квадратном метре можно увидеть несколько сотен штук. Это похоже на живой вулкан или пирамиду, но стоит только коснуться, и живая масса просто растворяется в воде. Через пару нырков на этом месте остается десяток зазевавшихся раков, а от остальных и следа нет. В данном случае раки облюбовали 30 метров береговой зоны с урезом до 2,5-3 метров. На свале присутствуют камни, мелкие ветки и затопленный мусор типа бутылок и автопокрышек. А выше по течению и ниже от этого места на сотни метров можно не встретить ни одного рака. Но время их скопления здесь тоже ограничено, всего 2-3 недели в году, потом только единичные экземпляры. Места много не дает, но пару килограмм за 30-40 минут собрать можно. Всем удачи в поиске своего рачьего места!